Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. В данном видео мы вам расскажем, как настроить часы Casio Eliminator модель AE1000W1A3. Начнем со знакомства с доступными нам режимами. Перед нами сейчас режим текущего времени, здесь отображается непосредственно время, внизу день недели и дата. На карте темной зоной обозначается наш текущий часовой пояс. Дальше, между режимами мы переключаемся левой нижней кнопкой мод подписанный. Мировое время, далее будильник, таймер, секундомер. Теперь подробнее обо всем. В любом режиме можно использовать подсветку, вызывается правой верхней кнопкой. Таким образом выглядит. Далее, как настроить текущее время? Удерживаем левую и верхнюю кнопку, попадаем в режим настройки. Здесь вы можете сбросить счетчик секунд. Все настройки осуществляются правыми кнопками, реже только правой нижней. Между разрядами переключаемся левой нижней кнопкой. Следующий разряд. Автоматический переход на летнее время. Он сейчас выключен, можно его включить при необходимости. Далее выбираем код нашего города основного. Давайте попробуем найти Москву. Обратите внимание, зона темная на карте также перемещается, меняется. Так, выбрали, нашли Москву. Далее установка часа, затем минуты. Все это делается правыми кнопками, устанавливается. Формат времени 12-часовой, либо можно выбрать 24-часовой. Следующий разряд год, далее месяц и число. Идем дальше. Продолжительность подсветки можно выбрать. Единичка 1,5 секунды, тройка 3 секунды. Далее мы вернулись по кругу к секундам. Выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Также здесь вы можете в режиме текущего времени пролистать основные столицы. Допустим, Нью-Йорк, Лондон, Париж. Видеть это время. Не заходя в режим мирового времени, который у нас следующий по порядку. Мировое время. Здесь большее количество городов, точнее все, которые имеются коды городов. Вы можете пролистать нижней правой кнопкой и узнать время в этих часовых поясах. Пойдем дальше. Будильник. Здесь вы можете установить до 5 независимых будильников. На разное время можно выставить в течение суток. Выбираете нужный вам будильник. Заходите в настройку удержанием верхней левой кнопки. Устанавливаем время правыми кнопками. Между разрядами переключаемся левой кнопкой. Допустим, выставили. Также можно выбрать варианты так, чтобы будильник работал ежедневно. В таком положении кнопочка ON. Либо однократно. Он сработает будильник один раз. В следующий день он уже срабатывать не будет. Выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Убедитесь, что будильник включен. Для этого нужно... Также здесь же можно выбрать этот режим будильника. Однократным нажатием левой верхней кнопки. Выключен. Однократное срабатывание. И включен постоянно. Проверить звучание будильника можно удержанием правой нижней кнопки. Таким же образом можно установить все остальные будильники. Но кроме того, здесь есть после пятого будильника еще включение функции звуковой индикации начала часа. Включается-выключается она так же, как и будильник, левой верхней кнопкой. Если вы ее включите, каждый час будет подаваться звуковой сигнал. Переходим к следующему режиму, таймер. Здесь вы можете задать нужное вам время. Это делается следующим образом. Удерживаем левую и верхнюю кнопку. Устанавливаем количество часов, минут и секунд. Далее выходим из настройки однократным нажатием левой верхней кнопки. Запускается таймер правой нижней кнопкой. Внизу пошли доли секунды. Ну и дальше секунды, установленное нами время. Останавливается таймер при необходимости также правой нижней кнопкой. Сбрасывается до установленных ранее вами значений. Верхней левой кнопкой. Следующий режим – это секундомер. Запускается секундомер правой нижней кнопкой.
промежуточные отсечки можно делать верхней левой кнопкой. Общее время при этом продолжает фиксироваться. Если вы нажмете еще раз на верхнюю левую кнопку, увидите общее время. Остановка секундомера правой нижней кнопкой. Сброс до нулевых значений при остановленном секундомере верхней левой кнопкой. И по кругу мы вернулись в режим текущего времени. Это все о настройках данных часов. Спасибо за внимание.